В Одинцовском округе стартовал финальный день голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы. Свой гражданский долг исполнил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Парламентарий проголосовал на избирательном участке в Жуковке. Важность выборов – это, наверное, один из самых ответственных и важных поступков в жизни каждого человека. Человек, который живет в нашей стране, который отвечает за ее будущее, человек, который неравнодушен. И все, кто так или иначе переживает за судьбы Родины, за тех, кто, так сказать, участвует в жизни общества, те, кто хотят перемен к лучшему, конечно, они должны прийти на выборы и активно в них участвовать. Конечно, тут трудно переоценить важность этого поступка. И, соответственно, всех призываю прийти и это сделать. Жители также активно проявляют свою гражданскую позицию. Основная часть избирателей пришла с утра, когда участок только открылся. Очень важно, я считаю, для того, чтобы жить хорошо и хоть какая-то надежда на будущее была, нужно голосовать. Нужно быть социально ответственным человеком, относиться к политике с головой, как говорится. Если мы ничего не будем делать, то нами будут управлять, скажем так, те, которые не будут думать о людях. Евгения Августина, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».